Здравствуйте, мои дорогие! Приятные сюрпризы от судьбы, которые следует ждать уже вот-вот скоро. Какие приятные сюрпризы приготовила судьба? Так. О, тут король вышел. Пентакливый. Приятный сюрприз от него. Тут, знаете как, со стороны какого-то мужчины, тут как пентакливый король, он показан, то есть для него важна сфера материальная, будем так говорить, пока большего я не могу сказать, я не смотрю, кто он для вас, но по сути фигура довольно-таки важная, потому что это все-таки фигура, которая вышла сразу же, и карта двора. Его пентакливая энергетика, я вижу, не такая прекрасная. Но прорисуется какая-то важная для вас тема в будущем, и это вызовет у вас прям, знаете, состояние праздника и такого умиротворения в душе. Хорошо. Дальше, что еще? Приятный сюрприз. Приятный сюрприз. Приятный сюрприз. Еще один приятный сюрприз. Так, утихомирится, успокоится ситуация, вызванная, подвешенная какая-то ситуация, да, когда вы не знали, как предпринять, какие усилия предпринять даже, что можно сделать, и, возможно, на помощь к вам не мог никто прийти, вы не понимали, что будет. Тут как-то ситуация уладится. Это может касаться решения очень важного для вас в сфере обучения, в сфере какого-то познания. Дальше. Тут еще может такая ситуация быть, когда человек за вами наблюдал, да, вот как в жертве какой-то был, вот, он успокоится. Хотел нанести вам, ну, болевой какой-то удар. Давайте все-таки вот эту ситуацию рассмотрим. Именно эту ситуацию хотим рассмотреть. Это мужчина. Так. Будет действовать какой-то мужчина. Я просто вижу тут двое их, что ли. Да, смотрите, борются. Это другая тема, девочки, абсолютно другая тема. Но она очень близка к вот этой второй. Здесь довольно быстро проявляется человек, то ли какое-то письмо увидит. Двое очень важных мужчин. Смотрите, император и мечевой король. Такие строгие, очень важные птицы у вас. Так, будет их проявление. И вы сидите верховной жрицей, будто бы знаете, что и так закончится все в вашу пользу, как бы там ни было. Да, знаете, как вот процесс идет, процесс какой-то запущен. Вы сидите и спокойно наблюдаете за происходящим вокруг вас. Да, вот какая-то ситуация, которая будет разрешаться. Ты смотри, сколько мужчин. По справедливости какого-то мужчину успокоят. Ему прямо прилетит такой бумеранг. Я не знаю, что-то тут связано, наверное, с болезнью. Давайте посмотрим. Да. Сфера? А, знаете, что за сфера? У него сфера... Проблема будет, возможно, с интимной жизнью. Вот в чем. Ему придется
быть как отшельником, то есть ему прилетит бумеранг, он не сможет больше ни с какой женщиной быть, это может быть действительно как физическая какая-то болезнь, так и, не дай бог, да, так и просто человек больше ни на одну женщину смотреть не может. Только вы и вы в голове, вот тут верховная жрица. Да, появление двух мужчин здесь идет. Мечевой начинает действовать. Это про него. Тут просто про него очень много. Он понимает, что у него есть какой-то очень важный. Но он так думает, может, потому что тут карта иллюзий. Очень важный персонаж в вашей жизни появился. А вы очень такая мудрая женщина. Возможно, вот это сейчас в ваших энергиях, да, есть. И к вам как сюрприз говорят, что мужчина будет действовать. Будет действовать. Потому что его подгоняет буквально, как петух, да, в попу клюет информация о каком-то новом человеке в вашей жизни. Но здесь императора показывают. Императора показывают. Могут, смотрите, еще могут говорить, что тут у него иллюзия по поводу того, что у вас кто-то появился, и он думает, что это очень важный для вас человек. Да, здесь вот дьявол выходит. И мужчина, который был сухим, возможно, не делал для вас там того, что вы просите, да, он начинает проявлять вот эти рыцарские качества и говорят, что вот по заслугам ему что-то придет, прилетит. И почему-то говорят, что вот как он один останется. Смотрите, мы ведь не смотрим срок. Здесь может растянуто во времени это быть. Карта смерти. Приятный сюрприз. Приятный сюрприз. Так, то, что давно умерла после трансформации, входит к вам. Просто тут еще какие-то интересные сомнения, что это? Да, проявляется человек, который был, но он как-то, знаете, помудрел. И проявляется к вам в таких энергиях, как, знаете, защитить от ненужного всего напускного в жизни свою любимую девушку из прошлого. Да, то есть тут какой-то мужчина из прошлого будет проявляться. Энергия иерофанта здесь идет. Ну что ж, человек, достойно проживший свою трансформацию, да, то есть буквально смерть и рождение, выходит в позитивной энергетике, в такие светлые, как будто бы осознанность уже, ну, на уровне, уровень Бог. Да, он проявляется к вам. Очень много вот информации, да, касательно мужчины все-таки. Давайте напитывать приятными сюрпризами наше пространство. Приятный сюрприз. Ох, как у тебя возрастет твоя женская сила. Очень мощно, просто. Ты начнешь созидать. Вот на своей женской энергии начнешь созидать. А, кстати, а что-то разрушается. Что-то разрушается, и после этого начинается прям вот такой этап в жизни твоей легкости, познания нового. Ты как начинаешь творить, люди начинают помогать тебе, пара создается. Вот такие приятные сюрпризы. А здесь карта влюбленная, очень похожа на аркан Солнца, большущее Солнце здесь. Но это любовь все-таки заходит в твою жизнь. Я вижу, что здесь треугольная какая-то любовь могла быть, да, то есть сердце все-таки болело, но это как-то смывает водой, то есть выбирает вас, мужчина. Так, и заканчивается
сложный период, но заканчивается вам на удачу. Вы спокойно, знаете, как будто бы вдохнули и выдохнули. Цените то, что прошли. Благодарите за это. И идете в новый мир, в новые свои шаги. Так, хотела я бы еще посмотреть. Новые шаги предпринимаете, да? Хотела я бы еще посмотреть на рекомендации. Давайте на то время, которое вы загадываете. Рекомендации. Семерочка, шестерочка. Так, рекомендации куда-то уйти, уходить. По-английски уходить, чтобы не было никаких, чтобы вот как-то замести следы, чтобы сохранить себя. Уходи, говорят. Откуда уходить, если кто-то не понимает? С того места, где тебе кажется, ну тут не место, возможно, место, а для кого-то там, где тебе ситуация дает такую зону комфорта, возможно, финансы там есть, возможно, там закрыты какие-то потребности твои. Там, где комфортно, комфортно. Вот сложно ей сейчас оставить это место. Очень сложно, но нужно идти. Да, проявлять свою силу, заканчивать. Такая рекомендация. Вот тогда будут изменения. Оставить что-то насиженное, комфортное по девятке пентаклей, это очень сложно оставить эту девятку пентаклей. Когда так все в принципе хорошо, все складывается, как это оставить? Но нет, говорят, уйти. А почему уйти? Почему девятку пентаклей надо оставить? Что там не так? Давайте, что десятка чаш. Так, я там вижу какую-то женщину. Здесь все-таки пятерочка вышла. Кому-то не нравится, что вы, я так вижу, тут может быть отношения. Там комфортно, хорошо, но там есть кто-то, кто не любит этого всего и видит вас как соперницу. Я хочу все-таки взять еще карту. Откуда надо уходить? От короля, девочки. Возможно, здесь девяточка пентаклей показана. Почему? Потому что, ну, возможно, она вас обеспечивала как-то, да, либо давал какие-то привилегии. Но вот говорят уходить. Что это даст? Давайте колесо фортуны. Я вижу, что человек может быть семейным, но он с вами семью хочет. И семьи он видит, скорее всего, неправильно, да, то есть он идет через девятку кубков, когда хочет насытиться уже вами, еще до того, пока все это будет. Но это приведет лишь к разочарованиям, горестной какой-то утрате, и это сложно будет пережить. Нужно выждать время. Вас судьба сведет. Вы все равно по судьбе говорят. Хорошо, что вам делать? Давайте здесь. Оп. Кто тут у нас? Нет, я хочу потасовать остаток колоды все-таки. Что вам делать? Вам уйти? Куда уйти? Что? Что будет дальше? Будут другие шансы, будут другие люди, у вас другие будут заботы, будут мужчины, которые будут вам ухаживать за вами. У вас вообще какая-то дорога намечается. Но не с этим человеком только. Там столько дел, которые вам необходимо завершить. Вам сложно. Я вижу, что этот человек вам мог очень-очень сильно помогать. И вы сейчас вот в каких-то ограничениях можете оказаться. Прям очень-очень сложно. Ну и как, вы вырулите? Ну, тут говорят, смотрите, вырулите все равно.
Десяточка пентаклей на завершение расклада. Результат будет прекрасный. Здесь и этот мужчина помудреет. Я вижу, что, скорее всего, его показывали, да, который придет. С другой стороны, вы решите свои проблемы, но решать, конечно, придется в более такой какой-то жесткой обстановке, то есть без него сложнее решать эти проблемы дальше, но все равно вы решите, да, то есть вы тут достигнете успеха, отстоите свое право. Тут солнце выходит. И десяточка пентаклей. Вы все равно будете в счастливых семейных отношениях, это точно. И об этом заявляет сейчас расклад, весь расклад. С этим человеком, который придет, одумается, либо вам нового человека приведут высшие силы. Но все равно тут счастье, порядок, гармония, семейная счастливая идиллия. Все прекрасно. Замечательно. Отлично, мои дорогие. Спасибо вам за то, что вы были здесь. Благодарю за ваши лайки, комментарии и за поддержку финансово. Все это то, что вы делаете, мне очень приятно. И действительно вижу, что моя работа необходима. Я также приглашаю вас на другие мои каналы. И встретимся там. Пускай вам в разы больше Вселенная дает подарки за то, что вы сюда приносите. Благодарю вас. Всего доброго. Пока-пока.